Привет, это канал Мультиц. У нас сегодня классная игрушка новая, Маша Уборка. Сегодня будем прибираться дома, потому что прибираться дома это хорошо. Поехали. Так, нажали плейчик, вот этой вот ручечкой, прям под Машечкой. Так, что нам сейчас тут покажут? Хрюшек надо погонять, да. Смотри, какой красивый! Давай, хватай! Давай, хватай. Вот какая красотища! Вылезла с клетки! Надо убрать! Так, а как это убрать? Вот это тряпочкой? Так, конфетки, конфетки. Чё-то не хватает. О, чуть не хватает. Сейчас все хватит. Сейчас мы тут приберемся. Так, мячик чистенький. Смотри, как сниму свое место. Давай, иди сюда. Давай, вот мне расческа. Ну, в общем, это все электрошок чай пьет. Тут ему самое место. Отлично, какой конфетки давай получили. Погладим. А чем гладить будем? Утюгом? Так. Да. Какое мятое? Бери скорей и платье. Понял. Так. Вот, отлично погладили. Вот это платьишко тоже. Хорошо. О, давайте вот смотрите, здесь другой утюг есть. О, какой утюг есть. Ух, с паром. Отлично. Что, не догладил? Сейчас догладим. Так. Сейчас тихонечко догладим. Да. Давай. Опа. Смотри, как я могу. Какое грязное. Скорее вытирай. А что убирать-то? Шапку. Давай. Так, секундочку, сейчас все хватит. Так, аккуратненько, сейчас все будет чики-пуки. Я все, ох, это искусство, надо поправить. Конфетку слопали, а что поправить? Вот вроде, вот какая красотища, порвало, точно зашить. Так, а что? Ничего себе. Так, что у нас тут есть? Так, аккуратненько сейчас свяжем. Точнее, завяжем. Скрипим, плюнем. И все. Порядок вроде. Да, порядок вроде. Что там? Отлично. Так, давайте за платочку. Вот это вот. Чик. Хыш. Во какие мы. Молодцы. И за платку. Бахнули. О, ой, чуть не то нажал. Так, ребята, что у нас тут еще осталось? Нужен клей. Давайте этот. ПВА. Запеним сейчас. Так, сейчас все это запеним. Ждем времечко, что все это застыло. Смотри, как я могу. Опаньки. Крутенько, крутенько. Это точно не отсюда. Поставь на место. Вот какая. Вот тут точно будет. Так, расческу давайте уберем. Ну давайте уберем расческу. Опаньки. Ну давайте почистим колпак. Колпак надо почистить. Так. Аккуратненько колпачок. Будет чистый твой бачок. Так. О, что тут? Где тут еще? Не протер.
Все вроде протер. Нет. Смотри, как я могу. Вот тут, тут прям. Ну давай. Так вот оно ж. Полочка должна быть вот тут. Хорошо. Обязательно поможет хорошая метла. Так. Да-да, двинчик. Ща, чего не хватает? Ща, все, кому хватит, все нормально будет. Так, подметаем, подметаем, все нормально. Хочешь, фокус покажу? Такой. Такая героичная. Да, мы молодцы, мы герои. 29 конфет. Вот этот. Это что, все мне? 21 конфета. Ничего себе, фокус-покус. Открывай любой сундук, внутри точно будет сюрприз. Нет, это мы потом. Потом откроем, по-любому. О, вот и наша красопетка. Ну. Так, тазик. Мотки. Вот оно что. Так, ведерочко воды туда. Оп. Вот какая красотища. Шикарно. Собирай мои вещи, пожалуйста. Так, ну давай стирать. Давайте какое-то нормальное мыло возьмем. Симпатичное. Чё-то не хватает. Сейчас все будет хватать. Чё-то сейчас, мы конфетку тут брали. Вот, сейчас замылим, замылим. Вот оно что. Все будет чики-пуки. Так, ну давайте деревянную. Вот, вот так вот мы сейчас ее. Так. Порядок вроде. Фу, наконец-то. Давай. Сейчас все хватит. Смотри, как я могу. Опять стирать? Вот как же так, ребятки? Тихо. А, мыло, точно. Нужно мыло, мыло, мыло. Это мыло, мыло, мыло. Ну, конечно. Смотри, как я могу. Опять, да что у тебя одни вещи грязные-то, а? Ужас. Столько вещей у тебя. Маленькая такая, все. В вещах, вещах, все что-то в вещах. Так. Смотри, как я могу. Вот такая красотища. Конечно, красотища. Сейчас сделаем еще красивее. Ну, в общем, это все элементарно. Так, аккуратненько помоем все остальное нам. Чё-то не хватает. Мыла не хватает, по-любому. А так. Теперь потри щеточкой. А, даже так? Ну, давайте. А как я могу? Вот как я могу. Вот оно что. Да. Тапочки, платьишко. Все помыли. Мы молодцы. Конфеточка. Твой любимый шампунь. Твой. Лопаем пузыри. Пусть пузырь дай. Ой. Вроде. Ага. Чё-то не хватает. Полотенечко я ж тебе дал.
Что-то еще просит. Ну. Так вот оно что. Смотри, как я могу. Так вот оно что. Смотри, как я могу. Та-дам. Пора выбрать, какой сундук откроем. Это что, все мне? 21 конфета. Это было круто. Ну что ж, ребят, неплохо поиграли, поприбирались. Я думаю, в следующий раз мы продолжим прибираться дома, на улице и так далее, втираться, купаться и все остальное. Если вам понравилось, ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.